Добрый вечер. У меня такое ощущение складывается, что скоро этой пеной смогу ужинать. Опять что-то надубасил выше крыши. Но это так, все лирика. Сегодня мы проверяем в работе Риту, которая поступила ко мне позавчера. Вчера я ее привел в порядок и заточил. Как и с любой другой бритвой, конечно же, так и подмывает просто бросить все и сразу идти бриться, проверять ее в работе. Но я собрал всю волю в кулак, дождался вечера, и сейчас я представлю ее вашему вниманию. Это бритва Орекс. Рокс. Мануфактуры Ромю. У меня раньше были бритвы этой торговой марки. Строение Клин, простите. Сегодня мы проверим в работе бритву с полной выгнутостью. В размере там она 6/8 с плюсом плюс-минус. Скажем так, полноформатная. Сейчас рокировочку сделаем небольшую. Вот эта ласточка. Ну вот, собственно, как и все французы. Достаточно. Может быть, без изысков, но достаточно. Как это сказать, эстетичная. Но смотреть мы на нее будем потом. А сейчас мы попробуем, как она себя проявит в работе. Чувствую неладное уже с старта. Не прошу просто понять мой правильно черный юморок. Значит, вот дело что тут полщеки. Вот она автоматически уже попадает в тройку лидеров по комфорту. С ней вместе станут Жиль Фрер и Ягуар. Результат прогнозируемый, но тем не менее удивительный своим комфортом. Но вообще мануфактура Ромю отличалась хорошим качеством именно стали. Достаточно старая, очень авторитетная. Выпускалась под несколькими торговыми марками. Одна из них Варакс, вторая непосредственно Ромю. Потом были Ромю Сен-Сьон, потом Ла Коломб. Это, если речь не шла о Вараксах, у которых просто Варакс, надпись в таком как бы в овальчике. У Ромю была эмблемка, собственно, голубь, несущий в жале оливковую ветвь. Сталь изумительная.
просто классная. Кстати, к слову сказать, именно по этой непосредственно они приехали в паре. С ней младшая сестричка, малюсенькая, в размере 4 восьмых. Ну, обе они не пользованы, единственное, что хранились непонятно как. Но я как бы в порядок привел. Они выставлены мной в продажу, одна и вторая. Причем я решил создать дополнительное привлекательное приложение. Предложение. Можно купить их две комплектом. Там на них будет такая очень приятная спеццена. Поэтому для тех, кто заинтересуется, смотрите их на OLX. Там фотографии присутствуют, и обе они там болтаются. Просто кайф. Несмотря на вот такой акустический эффект. Ну, она сейчас я попытаюсь это продемонстрировать. Сама сталь очень звонкая. Звенит. Соответственно, и режет со звуком, но эффект, конечно, на лице. И тут опять же такие, вроде бы все устаканилось, все успокоилось. Естественно, все бритвы я храню в полном порядке. Я за этим слежу, крайне щепетильно в этом плане. Тут приезжает камень этот супермодный. Давай все бритвы на нем там терзать. Теперь их надо все опять заново проверять. Насколько улучшился, если улучшился рез. Да, про мыльце-то я не сказал. Арка стик. Отлично, ну. Или сказал. Наверное, не сказал. Ну, тем не менее. Хорошая пена, хорошее скольжение. Долго не сохнет. Ну, что еще надо? Бери прессер, балдей. Была у меня все время в коллекции достойная представительница немецкой школы. Это Эрн модель 1166. Crown and Sword. Изображенный этот кривой меч и корона. Хороших годов, там это 1910-30-е, вот в этом промежутке. Но все равно не так комфортно работало. Французы, конечно, просто молодцы.
хоть носок выбрались вообще. Будем завершать.
Сегодня так совпало. Неоднократно мы обсуждали в беседах с товарищами по оружию, скажем так, бритву испанской торговой марки «Филармоника». Вот мне практически не верится, что бритва минимум в 5 раз дороже вот этой будет брить минимум в 5 раз лучше. Но не могу поверить. Наверняка она достойная. Но я более чем уверен, не настолько разительна эта разница. Даже протираю, слушайте. Пою. Французские коллеги, как всегда, на высоте. Без пытаний. Да. Для усиления эффекта табачок. Спасибо большое за внимание. Приятнейшего вечера и до скорых встреч в эфире. Пока.